Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна, и у нас с вами Мукбанг. И я опять забыла водичку. У меня сегодня драники. Блин, я 100 лет их не готовила. Всем, кто собирается есть, кушать, приятного аппетита. Давайте это делать вместе. У меня есть кетчуп. У меня есть вот такой вот соус. Конечно, сметанка бы подошла, но у меня нет сметаны дома. А в магазин я не могу сходить, потому что меня не пускают. Беззаветного. Вот, поэтому я сделала майонез, водичка, чеснок и чуть-чуть аджики туда добавила. Тоже вполне вкусно. И у меня хреновина, конечно. Я даже драники ем с хреновиной. Вот. Давайте начинать. У меня тут есть парочку вопросиков. Не парочку, а такой небольшой блиц-опрос. И я на них сейчас отвечу. Поем немножко, отвечу. Такие они у меня румяные, зажаристые сделала. Я вообще, знаете, драники, я не помню, когда я готовила их. Мне кажется, лет 10, наверное, не готовила. Ну, может, не 10, но лет 8 точно. Как это вкусно. Как их еще в народе называют? Деруны или что-то такое. Знаю их там и из мяса делают, и совсем. Но я люблю просто чисто картошка. Я в этот раз даже не стала добавлять яйцо и муки. Я прям вот вообще по минимуму добавила. Потому что, мне кажется, вот не то будет, когда яйцо и, ну, мука, но все равно какой-то специфический вкус. В любом случае они у меня не разваливаются, ничего. Погрела себе воду с лимоном в микроволновке, чтобы тепленькая была. Где-то ложка есть просто. Сейчас найду. А вот она перед носом лежит. Вот. Я прям туда фигану, в майонез. Это хреновина, так вкуснее будет. Воду приготовила себе с лимоном, подогрела, думала, буду запивать. И, короче, так в микроволновке ее и оставила. Ну и ладно. Обойдемся. Блин. Вкусно. У меня все стандартно. Я на терке натерла картошку. Обычную. Значит, натерла картошку. Затем вот так специально зажаривала. Половину, короче, картошки, ну, не знаю, сколько я штук использовала, может быть, штук 7 таких крупненьких. Хрустят потрясающе. Половину натерла на мелкой терке, половину на крупной. Вот. Лук на терке натерла. У меня до сих пор глаза, короче, такой злой лук. Я все вручную, никакую ни мясорубку не использовала, ни блендер. Все руками. И лук такой, я так стояла, ребела, мне так щипало. Я еще такую здоровую луковицу взяла. И чесночок. Ну, тоже на терочке. Все обжарила. Они, конечно, жирные получаются. Потому что, ну, чтобы они вот такие красивые получились, надо их так хорошенечко с двух сторон зажаривать. Они много масла едят. Я, конечно, выкладываю там на салфеточку, чтобы это впитывалось, но все равно, знаете, не то, как говорится, пальто. Вот. А еще я туда добавила чуть-чуть укропа сухого. Был бы свежий, добавила бы лука бы туда бы свежего. И вот здесь вот видно, видите, укропчик. Лука бы туда свеженького добавила. И чего? И укропа. А я еще люблю, знаете, когда картошка, она такая как бы полусырая. Вот в драниках так примерно и получается. Похудеем. А со сметанкой было бы вообще шикарно. Так, где мой телефон? Беру телефон и читаю вопросы. Вопросики мне пришли от Ани Никол.
Аня Никол, если я правильно прочитала, не знаю, правильно нет, но все равно большое вам привет, спасибо за вопросики. Так, первое, лето или зима? Вообще лето. Конечно, лето, я не люблю зиму, потому что холодно, я все время мерзну, я уже сейчас мерзну, хотя там еще даже нулевых температур не было. Вот, плюс у меня обветриваются руки, ну, короче, вообще не люблю, когда холодно. Но я люблю, знаете, вот это предновогоднее настроение, когда оно у нас, подготовка идет к Новому году, знаете, когда еще мне нравится погода, когда примерно там 0 градусов, минус 2, ну такой легкий-легкий вообще морозец, идет снег, снег хлопьями. Вот это вот мне нравится. А так, конечно, я больше люблю лето, потому что, ну, потому что летом тепло. Ну вот сейчас уже как-то жару не очень стала любить, видимо, с возрастом. Раньше и загорала, и все, знаете, как-то хочу прям зажаристый найти себе. У меня где-то тут есть прям сильно-сильно зажаристый. Но они у меня все такие красивенькие. Красота. Красота. Никаких не надо этих фастфуда. Хотя, по сути, это тоже фастфуд еще какой. Так что лето. Ну, такой, знаете, блиц-опрос. А я развернуто люблю отвечать. Картошка фри? Фри. Фри или по-деревенски? Мне и та, и другая нравится. В принципе. Ну, если брать Макдональдс, например, мне больше нравится картошка фри. Ну, и вообще мне нравится картошка фри, если она вкусная. Дальше. Какой любимый праздник? Ну, знаете, с годами как-то, ну, меньше становится любимых праздников. Ну, я люблю день рождения, как бы, ну, и Новый год. Наверное, Новый год даже больше. Потому что Новый год – это, даже вот я уже взрослая тетка, и все равно это какое-то вот, не знаю, ждешь какого-то чуда. Вот. Далее. Встречаем Виталия. Любите английский язык? Ну как, я отношусь к этому ровно. Я понимаю, что вообще, конечно, в наше время английский язык, да и раньше, надо бы знать, хотя бы на разговорном уровне. У меня бывают такие порывы, чтобы начать его учить. Нет, я в школе учила, у меня какие-то такие навыки основные, конечно, есть. Что-то я понимаю, но вот так вот, прям чтобы предложениями говорить, нет, я уже многое забыла. Ну, в принципе, нормально я отношусь. Не могу сказать, что я его люблю, но как-то так. Какой любимый город? Ну, не знаю. Мне как-то особо... Не могу сказать, что у меня есть какой-то любимый город. Но это точно не Челябинск. У меня нет любимого города. Каждый город хорош по-своему, поэтому я не могу выделить какой-то прям один город, такой вот прям город-город. Везде хорошо по-своему, да, как говорят, везде хорошо, где нас нет. Я люблю Сочи. Я не могу сказать, что это мой любимый город, но мне очень нравится этот город. Еще Хабаровск могу отметить. Макдональдс или KFC? Ну, я могу сказать, что я, в общем-то, не любитель фастфуда, если вы можете, в принципе, по моим мукбангам отследить, да. Я... У меня вообще, по-моему, нету ни одного мукбанга с бургерами, с чем-то таким вот. Я очень так ровно к этому отношусь. Я это ела, но у меня нету такого прям, что я прям хочу вот это вот. Если между этими двумя выбирать, то Макдональдс мне нравится больше. Ну, это я ем редко, это бывает в основном в отпуске, знаете. Когда вот мы ехали на море на машине, постоянно где-то в каких-то городах заезжали, брали Макдональдс поесть, потому что это быстро, удобно. Ну, также, когда ты отдыхаешь, быстрые какие-то перекусы, то Макдональдс мне больше нравится. А так, я еще раз повторяю, что я вот прям не любитель фастфуда, как такового вообще, в принципе. Ой, извиняюсь, объелась. Они такие сытные, ну, конечно, такая жирнятина. Вот, это были все вопросики. Ну, что такое, боже мой. Извиняюсь. У нас холодно на улице, пошла с Евой, значит, гулять. Сделали уроки. И пошли.
Вышли на улице, такой ветер, прям пронизывающий вообще. По градусам плюс 3, а ветрище такой неприятный. И прям вот насквозь пробирает, хотя уже в зимней куртке, блин, хожу. Ну, мы пошли домой. Сходили на почту, отправили открытки и пошли домой. Я вот не люблю такую погоду. Мне вот сейчас уже вот такая пора, что уже нужно, чтобы снег выпал. Потому что когда вот, мне кажется, снег ложится на землю, и как-то погода мягче, что ли, становится. Не так вот оно ощущается. Ну, это мое личное мнение. С уроками я более-менее уже такая разбираюсь. Че, кого, как. Ну, мне физкультуру мы сегодня делали. В понедельник надо было там видео отснять. Планку мы там стояли. А вот на сегодня надо было сделать, значит, типа сочинение написать. Там либо можно было выбрать из трех тем любимый вид спорта, что-то там еще, про какую-то спортсменку на Челябинскую. Прыжки с шестом, по-моему, Елесина или что-то такое, не помню, к своему стыду. Либо про осанку. Ну, мы, короче, выбрали, написали про любимый вид спорта. Можно было напечатать, но я его говорю, давай от руки напишем. Так, лишним не будет от руки написать. А на завтра надо будет сделать физкультуру, распорядок дня свой написать и отправить тоже учителю на электронную почту. Ну, а с другой стороны, ну, я как бы и учителей понимаю, надо же что-то задавать. Такие вот дела. Ну, вроде как с понедельника, я так поняла, все. Дистант у нас заканчивается. Мне уже это говорила не один раз, поэтому пойдем учиться. Вкусно, но я больше не буду, потому что у меня уже какая-то такая тяжесть, уже какой-то дискомфорт. Поэтому надо завязывать. Потом я лучше чуть-чуть еще поем. Я еще пить хочу, потому что они нереально жирные. Я вот люблю все такое. Я люблю из оладушек, эти, господи, из кабачков вот такие вот тоже оладушки делать. Вот. Даже просто кабачки жареные, они очень много в себя масла вбирают, поэтому это очень вкусно, но это, скажем так, очень вредно. Плюс я еще тут с майонезом, ну, короче. Ну, иногда можно себя побаловать, но я считаю, вот домашнее лучше, чем, допустим, тот же Макдональдс. Ну, это мое личное мнение, конечно. В общем, опять я на этом буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик под видео, чтобы всегда быть в курсе, когда мне выходит новое видео. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Ну, а я, конечно же, буду готовить для вас новые мукбанги. Всем приятного аппетита и всем пока-пока!